получилось? Автомобиль был приобретен Плетнером 10 лет назад. Постоянно находится в состоянии реставрации. Но посмотрите, сколько там всяких памятных значков у него в салоне, как участника фестивалей, всяких выставок. Кстати, вот серия этих мерседесов, она получила название Хекфлоссе. Вот так, плавник. А обратите внимание, задняя часть этих автомобилей, да, она оканчивается вот неким таким плавником. Это единственный был случай в истории, когда компания Mercedes-Benz вот пошла по такому немножко американскому пути. Великолепно.